Лучшее место, где можно пройти подготовку, прийти на фронт, бить врага. Победа будет за нами. Слава России! Ахмат Сила! Благодаря тому, что для подготовки добровольческих отрядов в Российском университете спецназа имеется вся необходимая инфраструктура, очень многие люди, пройдя подготовку у нас, работав свой контракт, возвращаются обратно и снова проходят подготовку у нас для последующей отправки в зону проведения специальной военной операции. Мы обучаем на нашей базе огневой подготовки. У нас проводятся занятия по тактико-специальной подготовке, по доврачебной помощи. Также проводятся теоретические занятия, и также мы работаем по направлениям специалистов. Снайперская подготовка, пулеметчики, гранатометчики, штурм окопов, штурм опорных пунктов противника. Полноценно отрабатываем все действия, связанные с штурмом перекрытых щелей, блиндажей в составе подразделений. Добровольцы размещаются в палаточном лагере, в комфортабельных палатках, утепленных, зимних. Там установлены кондиционеры, установлены системы отопления. Питание обеспечено трехразовым, полноценным, не сухой паек. Экипировка и снаряжением обеспечивают от и до, что необходимо бойцу, начиная с ботинок.